Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу о своем принтере Epson L1800. Выглядит он вот таким образом. Замечательный принтер. Он со встроенными банками SMPC. Вот. Уже ничего не нужно изобретать. Вот так выглядит его сердце, скажем так. Вот. Данное видео будет полезно всем, кто собирается покупать вот такую модель принтера. Принтер на самом деле очень крутой, хороший, безотказный. Примеры печати принтера, давайте, у меня прямо вот здесь имеются. Вот такие примеры печати. Печатает А3 и А3 плюс. Кстати, в данном принтере также реализована протяжка, по-моему, до 800 миллиметров. Штатными средствами, штатным драйвером принтер может протягивать бумагу до 800 миллиметров. То есть бумага в рулоне, вы можете ее обрезать, как вам заблагоразумится. Вставить ее, и в принципе драйвер принтера позволяет печатать панорамы, например, 30 на 80, по-моему, 80 с копейками сантиметров. Что нужно знать, ребята, при выборе принтера? Первое, нужно смотреть его пробег. Если вы покупаете бэушный принтер, обязательно сделайте тест дюз. Тест дюз вам раскроет всю картину происходящего. Давайте так, чтобы видно было. Не знаю, добавлю контрастности. В общем, здесь все дюзы, все прекрасно, отлично, и написана информация о пробеге этого принтера. Ну, соответственно, от этих цветных напечатано 4355 штук. А четвертых цветных 17510 штук. Ну и, соответственно, всего 22422 листа отпечатал этот принтер. Вот. Давайте еще так скажу. Любой принтер, любая техника нуждается в своевременном техническом обслуживании. Вот. Это очень неправильно, когда принтер работает годами по 5, 6, 7 лет. И потом станциями с бубном вставляются листы туда, он берет по два листа, зажевывает листы. Вот, собственно, чтобы этого не было, я вам рекомендую своевременно обращаться в сервисный центр. Кстати, номер сервисного центра я вам напишу в комментарии в описании к этому видео. Это сервисный центр Epson. Еще момент, опишу ситуацию и, в принципе, скажу, на чем работает этот принтер. Этот принтер работает в данный момент на чернилах фирмы InkMate. Кстати, сейчас вам покажу. Вот такого плана чернила. Вот, он работает на этих чернилах. Почему я перешел с Inktep на InkMate? Внимание, очень важно. При печати у меня стал отваливаться синий цвет на Inktep. Причем отваливаться как-то вообще непонятно. Печатаешь три листа, и он потом вообще... Тест-дюз ужасный, убегает куда-то. Вот. Отвез в сервисный центр, где принтер был отмыт, залиты новые чернила фирмы InkMate. К слову сказать, эти чернила я залил по рекомендациям Александра. И в принципе, все работает очень круто и классно. Вообще, никакой цвет не отваливается. Вот. Смотрите еще, все... Это уже из опыта сервисника.
Возможно, вы когда-то замечали, когда печатаешь тест дюс, и есть, ну, такое понятие, там прям косоструй называется, когда дюзинка головы, ну, криво так струит, криво писает, грубо говоря. Вот эти все проблемы активно вылазят после 2-3 лет работы на чернилах Inktec. Проверенная информация. Вот, поэтому либо очень часто меняйте эти чернила, то есть чтобы они не загустевали и не застаивались в ваших принтерах, либо переходите на чернила других производителей. Ну, вот в данный момент я рекомендую чернила фирмы InkMate. В принципе, это практически все, что нужно знать по данному принтеру. Еще, кстати, еще очень важно, этот принтер не печатает на CD. Напечатать на CD у вас не получится, у него не предусмотрено никаких лотков. Собственно, этим принтером я доволен. Давайте подведу итог. Этим принтером я доволен. Этот принтер мне очень нравится. Я рекомендую его для каких-либо объемов печати, потому как он стоял у меня в фотоцентре. Ни разу не подвел. Очень крутой, классный принтер. Стоит своих денег. Да, он, кстати, стоит порядка 40 тысяч рублей. Вот плюс-минус. На сейчас не знаю ценников. Ну, он этих денег стоит. Голова работает исключительно. Главное — лить достойные чернила. Друзья, ну и напоследок, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. На все комментарии постараюсь ответить. Вот. Вот такой обзор и небольшой ликбез из моего личного опыта. Вот. Обязательно подписывайся на мой канал. И, скорее всего, в следующем видеоролике я расскажу, что вот это вот за чудо и с чем его едят. Вот. Кстати, тоже очень-очень крутой принтак, лазерник. Ну, собственно, всего понемногу. Всем хорошего времяпрепровождения. С вами был Василий Слащев. Спасибо, пока, до свидания.